Не знаю. Ну, вообще, не, я просто не сижу с ними. Я все равно. Уже не копаются в прошлое, то можно не выйти оттуда и начать плакать. И жрать мороженое. Да. Чем дальше, тем опыт ниже. Централ. Слушаешь. Что-то знакомое. А почему расстались? Я вообще, я не про бывших говорю, я про, типа, ну, когда ты общаешься с человеком, когда вы ходите на свиданки, типа, у вас недоотношения, но все к этому идет, вот эта фаза. И такие, например, такие сильнее запоминаются, чем бывшие. Казашка. То есть не страх или любовь. Сильнее только запор во время месячных. Ой, понос. Шутю, шутю. Ужас, ужас. Чтоб не боишься, что раз не зайду и услышат. Пофиг. Мне бы так. Ассимиляция важна или нет? Передружба просто вау. Нет. Не то, что передружба, это же другое. Я имею в виду, типа, ну, до отношений вы же там познакомитесь, ходите на свиданки, он ухаживает, типа, флиртуете. И все идет к отношениям. И, типа, не так, чтобы передружба, там, что без обязательств, нет, нет, нет. Это когда вы даже не прикасаетесь друг к другу. Нет такого, чтобы сосалось там. Нет, без такого. Ну реально только все чисто, хорошо идет. Потом он перестает. Жесть. Вот это запоминается надолго. И ты на родителям ничего не говоришь насчет твоих эфиров? Нет. Ну класс, да. Фризонила кого-нибудь когда-то? Да. Что сильнее, любовь или страх? Ой, я не знаю. Фу. Сколько тебе нужно в месяц на уход? Не знаю. Но более серьезными намерениями. Да. Вроде. 19. Что? Привет. Замолчали. По-моему, надо снизу закрепить ваш возраст. Да, мусульманка. Какие мужчины нравятся? Не нравятся. Салам алейкум из армии. Салам. Фахат манью сапман. Женскую дружбу? Да, верю. Скоро нужно будет составлять анкеты, чтобы не было шаблонных вопросов. Всем, которые я не знаю.
Гёма-Гёма. Просто само по себе. Я в 5 выйду. Сколько таджиков уже предложили выйти замуж? Не только таджики. Привет. А сколько спать? Вот в 5 буду. Да, уже нужно выйти. Но я не могу сейчас выйти. Сейчас как будто бы некрасивое время. Типа все молчат, что потом обсудить тебя. Ну, с чем ты разбираешься? Ну, конечно. Ну, не все, конечно. Ну, да, есть такие. Почаще выходил в эфир. О, спасибо. Спасибо. Это общедоступный или only close? Нет, общедоступный. Алматы, привет. У меня, оказывается, была цель. Прикиньте, я даже забыла, что я поставила цель. И, типа, мне его никто не закрывал. Спасибо. Спасибо, добрый человек. Давайте еще цель поставлю. Только я не знаю, как делать, если честно. Супер подписка, это еще что? Почему тут супер подписка выходит? Я хочу цель поставить. Так, сейчас. Сейчас. Юрта. Сейчас. Не знаю, короче, какие-то рандомные ставлю. Красивые хочу быть розовые. Розовые, что есть? Вот. Расскажи про бывших подруг. Не могу ничего рассказать. Я хочу. Да, не спала. Блин, я, походу, завтра тоже не погуляю. Не смогу встать. Хотя мама меня разбудит. Не по теме. Артем класс из мой эфир. Это мимо. Спасибо. Смущает какая-то полоска. Или какая-то пропасть, да? Что эфирит на определенную тему? Кто смастал деньги? Ой, я... Манрусский бляман. Ну, бляман. Брат, не урамис и чем. Скучала за твоим эфиром. Мне очень приятно. Скоро выхожу.
7 минут. У вас есть 7 минут, чтобы меня порадовать. Зачем, девушки? А ты почему смотришь? О, Америки. Знаешь адрес на Вуи? На Вуи, что-то там, да.